Привет, зрители Русской Америки. Еще один вам секрет открываю. В Нью-Йорке про это рассказывал. Можно купить полцены. Ну, написано полцены. Может быть, конечно, дороже чуть-чуть. Но все равно дешевле, чем цена, которую вы будете покупать на основных сайтах на шоу. Вот мы сегодня идем на Дэвида Копперфильда, и вот, наверное, процентов на 40 дешевле мы купили через эту компанию, которая называется Half Show Price Ticket. У них несколько точек, штук 10, наверное, вот таких красных киосков. Ну и как бы можете позвонить им заранее, заказать билет, который вы хотите. Единственное, что вам надо лично прийти его забрать. Ну, если экономия $100, почему бы лично не прийти и не забрать? Вот список шоу, которые происходят. На рестораны тоже... А, нет, здесь ресторан. Здесь ресторан. На рестораны тоже есть скидки, то есть можно... Окей. Мне запретили снимать, но, в принципе, основе все рассказал.